Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня будет закупка продуктов из магазина «Лента». Ездила я туда со своими сыночками двумя, так что у меня много вкусностей всяких, и чек будет, как всегда, у меня в конце видео. Вот такая достаточно большая закупка у нас получилась, давайте начнем отсюда. Ласка все еще на скидке, поэтому я снова себе взяла одну бутылочку, и здесь у меня сыночки набрали для моих девчуль одной и второй всякие вкусности. Взяли вот такие чипсы. Кстати, они очень прикольные, долго жуются и долго... Думаю, хорошие сейчас все дадим. Долго они, в общем, их жуют. Вот такие еще пикантные сосисочки. Вот. Такие цветные палочки жевательные. Снимают зубной налет, массируют десна. И две игрушки. Это младший, а это старший. Вот, так что сейчас отдадим. Ну и здесь давайте начнем. Значит, купила 3 десятка яиц, чтобы мне больше никуда не заезжать. Вот такие синявинские, не знаю, они были по акции. Мясо, здесь куриная грудка, вот такая. И филе бедра индейки было тоже по акции. Прям взяла кусочек, потушу его. Здесь я взяла сердце говяжье. Это я взяла для собак. Я ее нарежу, порционно заморожу, в качестве вкусняшек я им даю. И будет у меня такое поощрение. Как раз разморозится. Вот такие взяли пельмешки, вот такие маленькие с телятиной, и вот такие, они тоже были на акциях. И взяла еще тесто слоеное, обычное, вот такое морожка, и вот такое вот увидела, оно было тоже на акции, тесто сырное, хочу, мне кажется, просто его можно, да, разморозить, что-нибудь обсыпать вот здесь, вот как вот здесь вот нарисовано, да. Смажьте, обсыпьте семенами льна и кунжута, и получаются такие сырные, сырные хрустящие штучки. Два пласта как раз. Дальше здесь у меня кукуруза, две упаковки, и горошек, тоже одна упаковочка. Да, у меня здесь молоко, большая кружка, сгущенка. И взяла, тоже было по акции, вот такое не молоко попробовать с шоколадом. Я как-то его раньше покупала, потом почему-то перестала покупать. Ну да ладно. Здесь также у меня майонез легкий, сметанка 15%. И взяла еще масло. Вот такое 1000 озёр было по акции. Я взяла две упаковки. Одну мы будем кушать, а вторую на каком-нибудь печенье я использую. И вот такое вот хозяюшка еще. Пышки не было. Хозяюшки две упаковки тоже я взяла. Мороженое мои мальчишки взяли вот такое. Мы еще по мороженому съели в машине, так что в чеке будет вот такой хохланд с зеленью. И взяла вареную колбасу. Буду делать холодный борщ. На жару обещаю, так что как раз отлично. Сыр. Два кусочка у нас. Один пошехонский вот такой. И второй гауда сыробогатов. Здесь у меня имбирь маринованный, тоже мальчишки у меня любят, взяли его, сосиски и еще всякие соусы. Вот такой сырный, хрен тоже мы любим все, как раз с холодным борщом будет очень вкусно. И вот такой бургер-соус. Дальше у меня здесь много напитков. Соки, мультифрукт, яблоко, яблоко, ягоды, пепси мы его уже отпили в машине. И вот эти лимонады черноголовка, очень вкусные. Мы взяли просто вот такой лимонный лимонад и вот такой буратино. Безалкогольное пиво. Я еще взяла тому же алкогольное пиво, но из-за того, что у нас поблизости играют в футбол, в общем, нельзя в стеклянной упаковке покупать. Любые напитки, в общем, в стеклянной упаковке. Поэтому у меня на кассе забрали его. Вот, так что, ну, будет только безалкогольный. А вот такой Амстел, на него акция была. Кстати, мне понравился вот этот вот. Вот такой лайм с малиной, очень вкусный. В холодильник, главное, ставить, и в жару самое то. Так, здесь еще взяла вот такие вот. Все время их покупаю. Вот эти вот панировочные сухари. Я пересыпаю их в емкость и храню в морозилке. Они тогда долго хранятся, никто в них не заводится. Лента сама делает вот такие панировочные сухарики. Очень классно, они реально как вот, ну, обычные сухари. Здесь также вот такой рис взяла. Индика белый длиннозерный марки Мистраль. Я очень люблю крупы марки Мистраль. Поэтому у меня вот такой, видите, универсальный сорт риса для салата и так далее. В общем, вот такой вот, видите. И вот такую вот крупу взяла. Булгур с нутом по-восточному вообще. Делают, я знаю, такое блюдо, типа плова, вот с булгуром и с нутом,
Ну, в общем, попробую что-нибудь приготовить. У меня муж очень любит булгур. Макароны, конечно же, вот такие спагетти и вот такие вот спиральчики мы еще взяли. Давайте даже шик хлебобулочный изделие. Очень нравится нам вот этот хлеб оладушкин, двинский. Мы взяли аж две штуки. Очень он вкусный, мягкий, долго хранится. Такой он обсыпанный как бы как мукой какой-то. Ну, хлеб очень-очень вкусный. Это у меня младший взял вот такой вот багет французский. Очень булочка это понравилась. Обычный батон и вот такой вот молочный геркулес. Так, ну дальше у меня здесь куча вкусностей. Соломка соленая, лентовская, попкорн. В микроволновке как раз делали, взяли вот такой сладкий соленый и со вкусом сыра. Желейные конфетки, конечно же, куда без них, две упаковки. И здесь, ну, просто всякие конфетки, вот такие жевательные. Кстати, вот эти лентовские жевательные, очень вкусные конфетки, даже мне нравятся. Потом вот такие тоже, очень вкусные. Конечно же, батончики мои любимые, вот такие. Здесь еще чупа-чупсы на развес уже, парочку у меня тут поели в машине, тоже пока мы ехали. Вот такие. Вот это, по-моему, желейные, да, такие конфетки. Жвинка, арбуз. И вот такие вот еще конфетки. Покажу. Бумбл со вкусом баблгам. Вот эти, кстати, со вкусом баблгам очень вкусные. Тоже. Ну и здесь, конечно же, еще Доритос. Две упаковки. Вот. И еще здесь у меня тут тоже еще фрукты набрали. Но что, я не буду больше никуда ехать на этой неделе. Поэтому взяла уж сразу все в одном месте. Яблоки Golden вот такие. Потом вот эти яблочки здесь у меня, такие Red Chief. Тоже очень вкусные. Груша Conference. И взяла еще персики плоские по 199 рублей. Но они прям такие мягенькие, девочки, хорошие. Виноград зеленый у меня. Младший сынок очень любит виноград зеленый. Красный без косточек. Здесь черешня по 219 рублей, но у нас получается в местном магазине она подешевле. Вот. Но я все равно уже взяла немножко. Здесь будут огурцы вот такие по 99 рублей. И помидоры я взяла вот такие сливовидные. Вроде бы неплохие, должны быть, по крайней мере. Вот. Картофель взяла вот такой молодой красный, он был по акции 54 рубля. А так вообще новый урожай картофель там 79, по-моему, или 80 рублей стоит. Лук, новый урожай уже. И, конечно же, взяла свеклу. Новый урожай сразу взяла, потому что на холодный борщ буду использовать как раз три свекленки здесь. Они прям такие хорошие, маленькие. Вот, так что вот такая вот у нас с детьми получалась закупка. Девочки там все проверили, ждут уже что-нибудь вкусненького. И давайте покажу вам чек. Thank you.